Сегодня я готовлю вот такой гуляш. Покупала я Магино второе для гуляша. Здесь я уже обжарила филе куриное с луком. Также посолила немного перчика черного. И теперь добавлять буду вот это маги. Полностью все высыпаю. Добавляю сюда воду. Просто холодную воду. И теперь это все у меня будет томиться примерно 10-15 минут под закрытой крышкой. И получается действительно вкусный гуляш. Так, и вот посмотрите состав. Сейчас вам давайте прочитаю. Состав: сушеные овощи, томат, порошок, паприка, лук, порошок, чеснок, свекла, столовая, порошок, пшеничная мука, йодированная соль, сахар, крахмал, кукурузные специи, пряные травы, майоран, тмин, перец, черный, петрушка, куркума, лавровый лист, подсолнечное масло, регулятор кислотности, лимонная кислота. Все. Такой состав. Ничего вредного я здесь не вижу. Такую смесь я беру не в первый раз. Нам очень нравится. Получается очень-очень вкусный гуляш. Так что пробуйте готовить. Вам точно понравится такой гуляш. Тут нужна говядина, но я готовлю из филе куриного обычного. Получается так же вкусно, как и из говядины. Вот я уже положила. Очень вкусный подлив получается. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. Сейчас я крашусь. Мы идем в магазин с детьми гулять. Купила на днях вот такую тушь, у меня уже была. Закончилась, вот купила новую. И также вот такой вот консилер, корректор от Эвелина Косметик. Эвелин Косметик. Вот такой цвет, бежевый. Тут у меня Данил. Ты кубики эти, конструктор, соберешь? Потом. Мы сейчас пойдем уже. А с этой стороны кот лежит. Тоже на улицу хочет гулять. Да. Так, и вот такой вот, значит, консилер купила себе. Стоил он там, распродажа была в Магнит Косметик. Купила всего за 149 или 159. Ну, в общем, очень дешевый. А такая тушь стоила 319-320 такая. Игра. О, черепашка-ниндзя ты. Даня играет. Даня. Ну все, я уже как бы накрасилась немного, потому что в жару я не люблю краситься. У нас сегодня жара. Сегодня у нас воскресенье, 6 августа. Здесь у нас Кирилл играет с пистолетами. С собой хочешь взять? Мы сейчас собираемся идти в магазин, потом с котом гулять, во двор гулять с детьми. Решили сегодня полдня провести на улице. А, вкусно пахнет. Пистолет пахнет вкусно. Да. Чем? Малиной. Малиной? Ты малину хочешь? Нет. Пахнет вкусно. Яблоко. Ты, наверное, когда малину ела, остался запах. Да. Нет, там била. Там вкус воды. Вкус воды. Угу. А здесь вкус малины. Осталось только мне прическу сделать. Сейчас волосы высохнут до конца. Помыла голову. Потом сделаю прическу, и мы пойдем. Пойдем. Еще волосы покрасила на днях. Такой получился цвет коричневый какой-то. Такой коричневый с оттенком каштановым. Краска мне с Йос очень понравилась. Хорошая краска. Буду теперь всегда такую покупать. Волосы не ломкие. Мы пришли вот в лес сюда, за дом. Здесь такой лесочек. Вычесывать нашего кота. Ой. Вычешем сейчас. А ему нравится, он еще травку у нас кушает. Вот молодец, Кирилл вычесывает. А вот надо ему видос.
хвост тоже надо, все надо. Кира, Ади, а вот это тут за фото. Пакетик убери, там у нас водичка. Ему гораздо приспелить. Да. Приятно, да? Да, приятно. Мунчит. Куда пошел? Ягодки. Тут еще, кстати, есть, наверное. Ягодки надо поискать. Он домой хочет, видишь? Он в сторону дома пошел. Мы только вышли. Что, мам? Гуляй еще на свежем воздухе. Мунчик, гуляй нас. Ой, куда пошел? Да, буду. Мунчик, не ходи туда. Травоядное животное, да? Травку идем в магазин. Все, главное, в джинсах. Я в том числе тоже в джинсах. Влада, догоняйте быстрее. Догоняем. Снова фикс произошли. Каска. А вы привезли этот конструктор, эти, да? Так у нас мягкий конструктор. У нас нет такой, есть? Есть? Есть два таких. Еще куклы привезли вот эти. Малыш.
Мы уже дома с котом погуляли и покажу, что купили. В Фикс Прайсе мы купили паста коллекшн, спагетти 2 штуки. Затем чипикау, я вам показывала уже. И много пачек вот таких печенье. Очень понравились, вкусные. 6 пачек. Следующие вот такие мочалки детям. Синюю, зеленую. 51 рубль стоили. Ну и также сладости я уже вам показывала в самом магазине. И вот такие буклетики. Такие наборы у нас практически все есть, кроме вот этого и вот этого. Все товары вы эти уже видели. Кстати, появились Дюрасел еще. 77 рублей за 2 штучки. Где, покажите? Вот. Так, следующие покупки будут с магнита. Вот нам что дали в магните. Карточки. Если покупаешь на 400 рублей, там дают карточки. Кирилл открыл чипикау и попалась такая карточка. Так, что купили в магните? Быстро покажу. Меладора Провансаль, майонез, кетчуп. Кетчуп по акции 49, этот 41. Следующий лаваш. Затем филе. В магните такое филе стоит вообще дешево, 229 за килограмм. А везде 260. Так, следующие соки детям. Вот такие они выбрали. Персиковый, яблочный и мультифруктовый. Желе, яблочный и вишня. Затем морковча. Две помидорки и также капуста. Капуста с помидорами вышла на 60 рублей всего. Вот такие покупки небольшие. Ты плачешь, бедный. Даня, плачь. Открой рот. Ты кого прожигаешь, меня? Да. Зеленым лицом. Страшная какая. Да. А, мама. Мам, дети. Всем приветики. Даня спит. Где? Спокойной ночи. Оля. Шапка, смотри, какая у меня крутая. Шапка,